это туда это. Это ты прикинь. С каждой картиночкой это мое детство. Артем, как вам под краской? Никак, бля, я подклею. На старт! Внимание! Многие пишут в комментариях, что бесит, когда я вот так хожу по кругу. Сейчас я не пущу их в свой славянский клуб. Выровнялись по носкам. На старт. Внимание. Атакуем. Атакуем колодец. Кто первый приходит, тому приз. На старт. Внимание. Марш. Я тебе, блядь, говорил. Сделай съемки, когда у всех будут маски. Потом нападает напарник, вы блокируете. Начинаем медленно. Раз, два, раз, два, раз, два. Всем привет, сегодня я нахожусь в необычном месте довольно-таки для меня. Здесь вот ребята проводят казачий ножевой бой. Здесь вот они тренируются на ножах. Парень с девочкой, там тоже парень с девочкой. Здесь у них идет бокс, убивают друг друга. Здесь тоже парень с девочкой, они разделяются на пары, тренируются отдельно. И в целом тоже. Вот. На такой площадке большой. А как ты вообще, ну, как к этому пришел? Без каких побуждений? Ну, то есть я сказал, что вы занимаетесь, у вас казачий ножевой бой, вот, и как ты к этому пришел? Ну, подписали в личку, то, что хочешь ли ходить, я сказал, ну да, в принципе. Ну, то есть ты просто был не против научиться владеть ножом, да, как-то так? Ну, да, да, и заодно новые знакомства, новые ощущения какие-то, вот, 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 видишь, большой видишь, опыт получил. И нет, ну, и то есть начал носить нож с большей уверенностью. Давай, себе, давай, да? Ну, да, да. Ну что, ты все, снова подрался, да? Какие у вас впечатления от боя? Ох, отлично, заряд энергии появляется в результате всех спаррингов. Отвага, смелость, именно такие характеристики присущи настоящему мужчине. Я решил тебя специально застать в этот момент, когда ты такой с одышкой. Ну вот тяжело, учение легко, в бою. Одолжили ребята мне пострелять в пистолет. Вот она мишень. Мишень я убил. Ага. На скидку от бедра это быстро. Сразу, да? То есть вот так? Да. Всем привет! В общем, смотрите, это наш новый офис скоро будет. Вот наш мистер Данил, мастер на все руки. И на все руки, и то, не только на руки, между прочим. Вот, здесь сейчас устанавливаем перегородки из картонного. Вот, вот такое большое помещение у нас. Вот пацаны уже за час собрали один стульчик из Икеи. Вот сюда дальше идем, там целый большой кабинет, здесь туалет, склад. Вот сейчас запалим, что эти пацанчики тут делают. Ага, бля, что делаете тут? Я собрал свой первый стул из Икеи. Теперь осталось детей завести и дом построить. У них, они как китайцы тут сидят, мы их закрыли, они сейчас мебель собирают, заносят. И маленький заводик по изготовлению, по сборке мебели. Всем привет, сегодня 27 апреля. Нахожусь я сейчас в нашем новом офисе или тату-студии, там все вместе, в общем, вот так это все выглядит. Вот сейчас купил несколько мониторов, мышки, клавиатуры, сейчас компьютеры привезут, в общем, вот-вот уже запустимся, скажем так. Тут пока, как сами видите, срач, вот. И, собственно, вот только что пацаны красили, вот такой диванчик мы приобрели, даже два. Вот. Большое очень помещение, у нас 100 квадратов вот здесь. Кстати, вот это место, заметьте, сейчас вам объясню. Крутая фишка для съемки. Вот здесь есть дверь,
Ну, она там закрыта, но, в общем, она открывается, там сейчас коробочки стоят. И вот здесь есть дверь. Если вы понимаете, то получается, вот она, дверь идет. Чтобы снимать... Короче, меня перебили телефонным звонком. Рассказываю дальше. Смотрите, вот здесь вот эта дверь... И вот этот проем, то есть это все вход в одну комнату, то есть в этот коридорчик. И то есть если ты хочешь снимать крутые кадры, ты можешь попросить человека пройти вот так, и он вот так вот через дверь пройдет и здесь выйдет. Вообще офигенная комната, к сожалению, эта дверь позже будет закрыта, но я сейчас собираюсь что-нибудь придумать, чтобы что-нибудь снять. Уже таких кадров я еще не делал вообще никогда, и мне интересно, как это выглядит. Вот, наш срач, столы, диван еще один, вот здесь вот акустический поролон. Для студии звукозаписи, где будет, мы будем озвучивать видеоролики американских мастеров. А также у нас еще один проектик, пока не буду раскрывать всех карт. Скорее всего, когда это видео выйдет, вы уже все просекете, все просечете. Вот еще одна комната, здесь, собственно, и будет студия звукозаписи. Сейчас видите, здесь тоже все находится вот в таком вот состоянии. Большой офис. Наконец-то мы стартуем немножко покрупнее, скажем так. До этого у нас был, я работал в одной студии татуировки, потом у моего друга Николая Речи, которого мы видели, увидели в 66-м блоге. Я у него в студии был, это день тату-студии, день в тату-студии называлось. И, в общем-то, сейчас я переехал дома, работаю дома, но думаю, что когда все здесь запустится, я все сделаю, отосплюсь. В общем, просто я неделю встаю уже в 9 утра, ложусь в 3 часа ночи. Вот, отосплюсь хорошенечко, и тогда, может быть, и перееду сюда, буду работать и здесь, а может быть, просто сдам в аренду это место, ну, свое место, как бы, и буду работать дома. Зачем платить и там, везде? Ну, как бы, как удобнее будет, так и поступим. Вот, я поставил камеру наконец-то, а то многие пишут в комментариях, что бесит, когда я вот так хожу по кругу и что-то снимаю, можно же поставить. Не, хотя сам прикол GoPro, на мой взгляд, это именно вот когда ты как-то живой, более рукой там держишь ее, ну и сама фишка влогов, то, что ты от руки снимаешь. Кстати, тут мальчик на мне, не полищи, это компания называется, магазин называется «Старый город». Прикольные ребята, если хотите такую же маечку, ссылка в описании, вы можете купить и быть в эксклюзивной футболке в своем городе, потому что копии этих футболок продано, ну, от силы 10, может быть, так что вы будете ходить в эксклюзиве. Также, ребят, скоро выйдет новый принт, это тоже будет эксклюзивно, и ни у кого такой майки не будет, вы будете самый крутой. Кстати, в Казани вообще уже сколько дней, довольно-таки теплое солнышко, но, дебильный, холодный, блядь, ветер, это так бесит, ты оделся, идешь по теплу, как бы все нормально, и тут начинается ветер, и с моей прической сейчасшней, прической, которая у меня сейчас, это довольно-таки непросто, вот, ты идешь такой, у тебя тут... Наш трудовой день закончился. Что там, подарочек? О, подписчики приложили. Очень закончился. Практически закончился. Вот мы сейчас будем отмечать. Будь здорова, Диана. Вот. Не соврал. Я не вру своим подписчикам. Сейчас только все начинается. Не, ну мы, да, по идее все начинается. Мы уже закончили практически всю черную работу. Вот. Только один черный сейчас будет чернить. Дальше. Короче, ой, такие маленькие они, смотри. Или это подарок, который? Вроде пиццу в подарок. Да. А, ну да, это получается вот эти роллы такие маленькие, пипец. Два берега, что за дела? Короче, миллион соусов, пиццуха, и мы вчетвером. Все здорово. В студии, когда мы писались, блог я снимал, там такой звук приятный, даже на GoPro. Ну, то есть разница чувствовалась. Короче, у нас сегодня сборище наркоманов. Мы решили, это косплей, короче, мы косплеим этих там бомжей, все такое. Вот. Дышим краской. Артем, как вам под краской? Никак, бля, я подклею. Под краской я подклею. Подклеим, то есть. Я подклеен. Подкованный, подклеен. Вот такие пирамидки у нас получается. Тут будет. Ну, я думаю, все догадываются, что. А, тогда меньше пизды клей. Клей, пизди. Клей и пизди. Пизди, я клею. Чем ты занимаешься? Я клею и пиздю. Я в треугольничках. Замечаете, какой немного другой звук? Треугольнички.
Прям вот так вот. Блять! Че, кисточку сломал? Нет, руку сломал. Ты отклеил, сломал кисточку? Серьезно? Бешеный клей. Если вы хотите, если вам нужен бешеный клей, покупайте клей. Группу оставишь там. 88 металл, универсальный, водостойкий, все как надо. Офигеть. Всем привет, сегодня 2 мая, вышел погулять на улицу, наконец-таки, в 6 вечера. Сегодня был у меня день надписей, сделал 2 татуировки в виде надписей, короче, забил на свои всякие принципы, потому что сейчас немного кризис наступил вот сюда, прям вот сюда. Вот, короче, вышел в шортах, похер, потому что, ну, тепло, конечно, не настолько еще, но мне норм. Вон там чувак с собакой бегает, вот ему норм вообще. Пришел я, значит, нам в офис. Думаю, ребят тут с утра почти чем-то занимаются. Прихожу, вот что я вижу. Они скачали, блядь, контроль еще 1.6, да? 1.6, я не знаю, раритет сейчас. С каждой картиночкой это мое детство. Каждый миллиметр пробеганный, как это? Ладно. Прошел, короче. Который он прошел, это каждая ностальгия, прям. Сейчас посмотрим, что еще Артур делает. Не удивлюсь, что он так же сидит. Играет. Разве не играть? Ах вы. Ну-ка, к Артуру надо постучаться. Можно к вам? Вы в контру не играете? Нет? А, я создал просто ребят там. Я захожу, думаю, они тут делами занимаются. Они вон что делают. Сейчас я не пущу их в свой славянский клуб. Извините, вы не проходите славянский клуб. Славянский клуб вы не проходите, извините. Да ради бога, вы что? Закрытая вечеринка. Вы своих друзей сюда не приводите, бля. У нас тут славянский клуб, бля, вы не проходите. Славянский клуб вы не проходите. Добрый вечерочек. Давайте, если вы так делаете, просто скажите. Славянский клуб вот так делает. А договорить, что вы славяне, тогда пущу вас тут. Нельзя, у нас с Жоркой. Христос воскрес! А вы проходите, все, красавчик. Скажи воистину. Скажи воистину, брат работает. Брат работает. Надо устроиться просто сюда вот так вот. Ну, с таким человеком, который приходит, деньги забирает. 5 рублей это кто мне дал? Вот такую вещь. Сумму просто. У меня свои теперь есть. Вот люди за это страдают. Это что, из ваших сотрудников кто-то сунул, в смысле? Ну вот кто-то вытащил, вон, видите? А, кто-то вытащил, да? Блин, короче, знаете что? Я такой видел фигню. А вот этого вот туда куда-нибудь сунуть. Мы его в серединку. О, смотри, как все это делается, оказывается. Так, а какой... вот туда можно. Это ты прикинь, туда сядешь сама, и тебя выиграют. За голову. А у меня вот такая коровка есть. Во, смотри, вот этого поставили, хорошо. Дальше посмотрим, повезет. Сейчас, короче, просрём все деньги. А много денег вы так зарабатываете? Да нет, если их много, то более-менее получается. Давай, посмотрим, повезет тебе или нет. Есть! На, твой дракон! Кого еще? Кого заберу?